В среду военный комиссар Черноморска Сергей Довгань встретился с семьей Дмитрия Горбунова, который погиб, исполняя военный долг в ходе проведения антитеррористической операции. Указом президента Украины наш земляк посмертно награжден орденом за мужество третьей степени. Горбунов Дмитрий был призван 13 июня 2015 года нашим военкоматом. Пришел в военкомат он в то время добровольцем, был направлен для дальнейшего прохождения службы в 128-ю горно-стрелковую бригаду. Проходил службу в зоне проведения антитеррористической операции. Значит, 15 мая 2016 года на опорный пункт, где находился Дмитрий, был совершен обстрел из гранатометов, из зенитных установок. И в этом бою опорный пункт принял бой, и в этом бою смертельно был ранен. Для родственников Дмитрия эта награда имеет особую значимость. Настолько мнения расходятся по поводу вот этой войны, которая у нас сейчас происходит. Поэтому очень важно, что все-таки действительно помнят их, что их смерть, и в частности Димина смерть, была не напрасной. Несмотря на все пересуды, разговоры и чего-то, он все равно свою жизнь отдал ради того, чтобы мы жили мирно, спокойно, и наши дети радовались каждому дню. Дмитрий Горбунов отдал свою жизнь за суверенитет и целостность нашей страны, за мир и спокойствие родной земли.